проблема, которая, к сожалению, почему-то очень сложно решается. Это наличие мусора, различного мусора. Здесь также следует обратиться к собственникам многоквартирных домах. Например, справа на фотографии вы можете видеть мусор, оставленный после демонтажа кладовых в подвалах. Это еще фотография такая более-менее, потому что в некоторых там все завалено, соответственно, деревянными досками различными, все они ужасно сухие. Соответственно, это противоречит у нас, как на прошлом семинаре разъясняли, да, правилам пожарного надзора, такого мусора в подвалах быть не должно. Соответственно, у многих управляющих организаций возникают, конечно, сложности с собственниками, которые пользуются этими кладовыми для хранения личных вещей, но таких кладов быть не должно. Вообще подвалы должны быть чистыми, без какого-либо мусора, зачастую там еще бутылки, различные отходы жизнедеятельности и прочее, прочее. Какие-то меры воздействия на собственников есть? Причем тут собственники есть управляющие? Если собственники, соответственно... А если они штыки не дают, ну, в общем, как... Ну, достаточно выдать, соответственно, выдать предписание убрать мусор, оставленный собственником в подвалах, и если, соответственно, они этого не сделают, то, соответственно, управляющая организация делает это самостоятельно, если, допустим, в течение 20 дней они не удосужились этого сделать. Дальше.